Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Локи. Мы продолжаем играть в карьеру FIFA 13. Сейчас у нас тяжелый будет момент, потому что много игроков уехало в сборную. И теперь... Да, на Реал Мадрид мне сейчас наплевать, что они там кого хотят приобрести. Трансферное окно закрывается. Последний день. Последние 10 часов даже, я бы так сказал. Давайте по-быстренькому, что ли. Нет, это не интересно, я уже все трансферы, в принципе, сделал. Ну вот как мы сейчас будем играть матч, когда и... Почти вся команда уехала в сборные. Это будет очень тяжко, я думаю. Данко Лазович стал объектом внимания. Нет, я думаю, сейчас нам пригодятся игроки и продавать кого-то я пока не собираюсь. Если что, в следующее трансферное окно. Итак, трансферное окно закрыто. Да что нам не нужен, он сам захотел уйти. Бредовые какие-то лозунги тут. Аняков получил травму. Перейти. Матч. Следующий матч. Управление командой. Итак, кто у нас здесь? Анюков. Его пускай Губачан заменит. А, надо еще поменять. Совсем забыл, надо травмированного. Так, ну все. А, нет, смотрите-ка, мы играем тем же составом. Играем против Волги, но здесь-то нужно выигрывать. Попробуем. Ничего уже не обещаю после таких матчей, когда вроде бы все просто. А в итоге оказывается не очень. Ну что ж, начали. Быстров. Киржаков. Дани. Пытался обыграть на месте и дать пас, не вышло. Но тут же хороший отбор. Да что ж ты будешь делать-то? Халк прессинг. Эх, опять отняли. Что-то через центр пока не прет. Марсело как-то очень легко отнимает мяч. Ломберс борется. И гол! Вот это да! Ну какой там, на 9-й минуте? Жесть, друзья, жесть. Халк набирает скорость. Витцель бьет. Красавец гол. От штанги в штангу, можно сказать. И опять Витцель. И опять на индивидуальном мастерстве ударил. Хоп-хоп. Хорошо, что быстро успели отыграться. Ну что, продолжаем. Можно сказать, матч просто не 90 минут, а 80. Витцель головой. Киржаков на Халка. Халк. Халк бьет и забивает фантастический гол. Просто обалдеть. Давайте посмотрим. Киржаков дает на него пас. Халк набирает скорость и просто вколачивает мяч в ворот. Как пушка.
Ну хорошо, мы успели уже и выйти вперед за это время. Киржаков. И накрывает мяч угловой. Подача Халка. Волга выбивает мяч. Играет через вратаря, опасный пас. Судья показывает, что можно играть. Снова Волга пытается войти в нашу штрафную, у нее не получается. Дани не точно пасует. Но вот здесь он отработал на ура. И Халк снова с мячом. Бьет, но на этот раз вратарь отбивает. Пожадничал, конечно. Халк навешивает. Бруналвиш пытался забить, не получилось. И что еще? А, ну там выше ворот получилось. Я-то что-то подумал, что кто-то выбил. Ну что, штрафной, ну. Судья молодец, дает играть, ладно уж. Вицель, Киржаков. Киржаков на Халка. Халк бьет издали и в кого-то там мяч попадает. Неудачно. Вратарь далеко выбивает, но... Эх, эх, держать, держать. Удар, штанга. И на добивании. 2-2. Да, автогол еще показывают. Идиотизм. Марсело с мячом. Наш аут. Марсело. Вицель навешивает. Не получилось, разобрали. Аут Волги. Халк отнимает мяч. Пасует на Киржакова, догонит, догоняет. Эх, не получилось. Надо было в ответку на Халка. Уйдет, ушел. Наш аут. Нужно забивать еще один к перерыву. Снова Халк. Удар, но опять вратарь в игре. Подача. Штрафной удар, кто-то там свалил, Киржаков, что ли. Быстров отнимает мяч, пасует на Киржакова, Киржаков на Вицеля. Вицеля раскачивает, входит в штрафную, бьет и забивает. Да, вот так вот. Вицель делает дубль. Отлично, отлично. Тут же Волга, простите, что я уж прошлый матч с Краснодаром все забыть не могу. Тут же Волга атакует. Навес, но нет. Мяч уходит. Уходит за боковую. Малафеев отворот на Марсело. Марсело длинное на Халка. Халк. Халк набирает скорость. Уйдет от защитника. Нет, аут. Обидно, обидно. И вот перерыв. 3-2. 5 голов забили за тайм. Это ж надо.
Не прошла это на Киржакова. Передачка. Волга снова атакует. Вицель. Быстров набирает скорость. Ну давай, Володя, газуй. Навешивает. Халк поборется. Поборолся, но неудачно. Марсело пугает своим подкатом. Ну и теперь бежать, бежать. Отрабатывает на ура. Дает точный пас. Да что ж ты не побежал-то, а? Судья дает играть. Удар. Вицель отыгрывает пяточкой эффектно, но неэффективно. Да, офсайд. Откровенный офсайд. Посмотрите. Ну да, это вообще бред. Один так остался. И снова ничья. Быстров дает неточную передачу. Ах, ушел мяч. Вицель пасует на Бруно Алвеша. Бруно Алвеш на Марсело. Марсело опять длинную на Халка. Халк. Халк играет с Дани. Дани на Киржакова. Киржаков. Киржаков бежит сам. И почти забивает. Это ж надо так, а? Это ж надо вот так по линии почти прокатился. Дани с мячом. Вицель. Не получилось. Халк. Пас на Дани. Дани не точно, не точно. Ох, как не точно. И снова быстрая атака Волги. И штрафной, да? Что ж ты будешь делать-то? 70-я минута. Удар. Нет, мимо, мимо. Замена у Волги. Надо что-то пробовать. Когда уже наконец начнем выигрывать-то, идить мотить. Марсело опять на Халка. Халк на Дани. Дани на Киржакова. Киржаков. Киржакова отнимает мяч. Быстро борется. И отнимает. Вицель. Удар, гол. Наконец-то. Вицель делает хэт-трик. Отлично, отлично. Главное теперь не пропустить. Вицель, Киржаков, Быстров. Снова Вицель. Вицель навешивает, тут Халк. Не получилось. Но на подборе Дани. Дани на Киржакова, Киржаков на Халка. Халк с прыжка не вышло. Бруно Алвеш, Марсело. У Дани отнимает мяч. Что-то Дани стал часто мячик терять. Марсело красавец.
Вицель. Вот это покер, это, друзья. Просто отпад. Здесь Киржаков молодец, так на ход выдал. И ну и Вицель уже просто расстреливал. Пас на Быстрова, Быстров грудью. Подрабатывает, так. Волга в атаке. Данина, Быстрова, Быстров. Быстров навешивает на Халка, Халк. Дани бьет и мимо ворот, мимо... Волга делает очередную замену. Давайте, что ли, тоже кого-нибудь сменим. Посмотрим руководство команды и состав. У Вицеля, героя матча, на Широкова. Джорджевич на Киржакова, Файзулина на Быстрова. Дадим отдохнуть. Вицель, герой матча, точно 4 мяча. Я не удивлюсь, что он будет лучшим игроком матча. Ну кто же, если не он? Джорджевич тут же теряет мяч. Губачан на фланге. Ну и финальный свисток. 5-3. Посмотрим, кто же лучший герой. Лучший игрок. Киржаков показывает. Ну, не знаю, не знаю. Ну, Вицель на втором месте, грубо говоря. Посмотрим, на какое место мы вышли. Так, так, это Лига Чемпионов. Следующий матч у нас с Лионом. Вот это уже будет интересно. Ну что, покажите таблицу. Давайте так, где тут? Здесь. Моя карьера. Так, наверное, статистика сезона. Да, вот таблица чемпионата. Мы на втором месте, 8 очков. В принципе, неплохо. Ну что, друзья, с вами был Локи. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо и пока-пока.